В молодежном центре при Дворце культуры «Спартак» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное Международному дню студентов, подготовленное отделом по делам молодежи и туризма. Поздравить учащихся среднеспециальных высшего образовательного учреждения прибыл глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, председатель общественной палаты, педагоги среднеспециальных учебных заведений и работники отдела культуры. Слово для приветствия было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову. Я хотел бы пожелать, чтобы будучи студентом и последующим, мое такое пожелание и совет, чтобы вы не теряли зря времени и во время учебы, и потом, потому что каждая потерянная минута, не получая знания, это большие потери в будущем и в жизни. Хотел бы пожелать вам, чтобы вы, находясь в пределах учебного заведения, получила хорошее образование, хорошую специальность, используя эту специальность, получили работу, устроили свою жизнь. Начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева выразила благодарность всем участникам и студентам за поддержку в проведении в течение года огромного количества мероприятий, посвященных самым различным памятным датам и праздникам, при этом доказывая своим активным участием любовь и чувство патриотизма к родному городу, отметила Атаева. Сегодня мы чествуем в этом зале лучших студентов. Сегодня, ребята, вы в этом зале, потому что руководство вашего учебного заведения посчитало, что именно вы достойны сегодня быть здесь. Именно вы должны быть победителями в тех номинациях, которые мы сегодня определили. В программу мероприятия входило награждение студентов по четырем номинациям: лучший волонтер, лучший спортсмен, лучший победитель городских и республиканских олимпиад и лучший участник художественной самодеятельности. Общее число награждаемых составило более 30 учащихся. Видите, какие люди нас прославляют. Очень приятно, когда каждый спортсмен. В рамках данного мероприятия также благодарственными письмами за профессиональный труд и личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в республике Министерством по делам молодежи и туризма Республики Дагестан были отмечены заместители директоров по воспитательной работе СУЗов и ВУЗа. Поблагодарить за работу мы также хотим Фролову Татьяну Михайловну, заместитель по воспитательной работе. Между награждениями присутствующим были продемонстрированы видеоролики, где были отражены самые яркие и интересные моменты студенческой жизни. Молодежь Хасавюрта всегда остается одной из самой активной и передовой в республике, традиционно занимая самые высокие места на форумах республиканского и всероссийского уровня, выставках, творческих и спортивных соревнованиях. Это результат общих усилий в работе воспитания подрастающего поколения, педагогов города и самой учащейся молодежи, отметили почетные гости празднества. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».